Нефтепровод «Дружба» – одна из крупнейших систем прокачки нефти в мире. 8 тысяч километров труб, 10 стран. От Альметьевска в Татарстане через Самару и Брянск в Беларусь. На границе от трубы отходит Балтийская трубопроводная система 2. Она идет до российского порта Усть-Луга в Ленинградской области. В белорусском городе Мозырь «Дружба» разделяется. Северный участок – Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Германия. Южный – Украина, Чехия, Словакия, Венгрия. Трубопровод строили в 60-х годах прошлого века для поставок нефти сначала в страны соцлагеря, а затем и в Германию. Это гигантская инфраструктура – 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций и резервуарные парки объемом 1,5 миллиона кубических метров. За работу российского участка нефтепровода, а это примерно 4000 километров труб, отвечает компания «Транснефть». Компанию контролирует государство. Почти 80% уставного капитала принадлежит федеральному агентству Росимущества. Оставшиеся 20% – частным акционерам. Некоторые из них, впрочем, тоже контролируются государством. Следствие полагает, что загрязнение нефти произошло на узле слива у села Николаевка в Самарской области. Оттуда сырье попало в нефтехранилище, а затем в систему магистрального трубопровода и далее по «Дружбе» на экспорт. Ольга Бешлей, «Настоящее время».